Всем привет, друзья, подписчики, зрители. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, побольше детей, взрослым людям, побольше внуков, внучат. Чтобы всегда было хорошее настроение, чтобы у всех были канарейки, чтобы все держали хотя бы по одному кемеру в квартире, в доме. И будет вам счастье. Друзья, в общем, всех с Новым годом, с Рождеством. Поздравляю! Сегодняшнее видео будет посвящено небольшому обзору. Был недавно на выставке в Кропоткине. Видео, кстати, на канале есть. Посмотрите, кому интересно. Я приобрел себе западок, хлопок. Точно еще не знаю, как называется, но сейчас я вам продемонстрирую. Знающие люди, пишите, подскажите. Ну, вроде как хлопок называется. Это устройство для ловли диких птиц. Хочу поймать... Пытаюсь, вернее, поймать уже второй день щегла, чижа, ну, кто залетит. Но в основном одни синицы залетают, я их выпускаю. Щегла хочу поймать для того, чтобы споровать в дальнейшем с канарейкой или с кеннером, ну, и получить гибрида. Вот такие вот дела. И еще поменялся на выставке два волнистых попугая, поменял на два кролика. Сейчас я вам все продемонстрирую. Вот, друзья, перед вами, вот на заборе я тут замаскировал, видите, сухая трава, как бы присада есть, вот эта яблоня, так отсюда, чтобы солнце светило. У нас тут, видите, какая погода, скоро, вернее, как зима, а снега нет. Итак, вот такую купил хлопушку. Вот сюда, по идее, должен садиться... Надо сюда сажать живого там щегла, чтобы он как приманка был. Но я что-то заторопился и не купил. В общем, суть в том, что здесь у нас корм. Птица залетает, садится на эту палочку, палочка опускается, и хлопушка захлопывается. И здесь их две, с двух сторон. Вот, думаю, сделаем новую рубрику еще про диких птиц, ловля, скрещивание с канарейками. Я думаю, будет интересно. Так, это вот одно. Сейчас я вам продемонстрирую. А вот куры меня слушают, видите, пришли. Или кушать просят. Наверное, кушать просят, надо покормить. Вот на яблоне заметил какую-то непонятную штуку. Это, наверное, какая-то гусеница, что ли. Так, сейчас покажу вам кроликов, которых поменял на волнистых попугаев. Так-то раньше я кроликов держал, но все это забросил, потому что хищные... Звери приходили, у меня вот огород уходит в лес, и оттуда то ли куница, то ли ласка, я не знаю. Какая-то дичь приходила и кроликов попорвала. Это было год назад, а сейчас вот решил снова. Здесь вот клубника, грядочки с клубникой. Между клубникой чесночок растет. Так, сейчас кроликов покажу. Вот кролятники старые мои. Итак, друзья, вот они, кролики. Как бы они нежданно, негаданно приехали, сена в принципе нету, запасы были полтюка, они съели, надо сейчас Новый год встретим, поеду куплю сена, хотя бы тюк два, ну сколько в багажник, в легковую машину поместится, я думаю, им хватит, а там не за горами и трава пойдет. Значит, друзья, породу не помню, потому что мне было, ну забыл я породу, там... Празднично все было, весело, пока со всеми все переговорил, переобщались. И, в общем, породу забыл. Ну, по мне, так кролики отличные. А у этого кролика, смотрите, какие носки красивые. Этот полностью черный, а у этого носочки. Ну-ка, покажи носочки. Сейчас я вам покажу. Так что теперь на канале, помимо попугаев и канареек, будут небольшие видео про диких птиц. И про кроликов. Значит так, один самец, другой самочка. Кто из них кто? Сейчас не помню. Но знаю точно, что один самец, другой самочка. Вот такие вот два кролика. Так, ну, по кроликам кормлю я их. У попугаев отсыпал овса и кукурузы. В принципе, кролики любят. Ну, может, не то, что любят, но едят хорошо. Вот, пожалуйста. Воду я им ставлю раз в день в поилках. Вот тут, видите, вот уже выпили.
Ну и пока они сидят у меня на ветках. Ветки, овес, кукуруза, пшеница. Такой вот корм. Вот такие вот у меня новости, такие вот обновочки на выставке приобрел. Что клетка не закрывается теперь. Ну, друзья, до скорой встречи. Продолжение следует. Если кто-то знает секрет, как поймать дикую птицу без подманки, пишите в комментариях, потому что второй день ловлю, ничего поймать не могу. Щеглы летают рядом. Музыку включал на телефоне. Ну, думаю, на звук придут. Они кружатся около моей ловушки, а в ловушку не идут. Так что, друзья, всем пока. Всех с праздниками новогодними. Здоровья, удачи. До свидания.